Нахожусь в Тель-Авиве, улица Хаяркун. Это улица, параллельная набережной Тель-Авива. В эти дни, в общем-то, в основном то, что я вижу, это большинство отелей. Вот. Пройдемся по ней, покажем. Зайдем по этой улице. С этой стороны опять какой-то, сейчас по названию. С той стороны банк Хапалим. Один из самых крупных израильских банков. Это отель Дан. Тоже данный такой. Вот так он выглядит. Теперь я на ту сторону покажу, оттуда. Показываю Пельдан. Вот. На улице Хаяркун. По идее, это все-таки отель, ничего другого. Вот он такой. Такая архитектура, что такое, не это неизвестно что, но пишет Шушапор Сель на продажу. Скорее всего, это здание построено тоже под отель. Наверное, что это жилое. Написано на апартмент, значит, это квартиры. Нет, это квартиры. На продаже осталось пишется 4 последних квартиры. Вон целая череда отелей. Я, наверное, все это не пройду. Но показать покажу. Почему-то в Израиле не всегда, далеко не всегда, как я заметил, пишут, когда отель, что это отель. Отель. Пишут какое-то название, а что это, догадайся сам. По архитектуре можно догадаться, зачем то, что скорее всего не жилое здание, а отель. Вот тут написано напрямую отель в этом случае. Хотя очень похоже на жилое здание. Ну, названия нет, просто написано, что это и все. Не надо другое.
Вот еще один отель. Тут написано, с этой стороны хотя бы, что это отель, называется Ласки. Малом Ласки. В честь собаки, что ли, это вида собак, что ли, Ласки называется. Не знаю точно. Ну, такой более-менее оригинальный. Тут написано Orchid Hotel. Здесь написано Orchid Hotel. Вот он такой большой, большой, большой многоэтажка. Вот эта череда отелей более близкого расстояния. Следующая череда. Сейчас они строятся, сейчас вроде построено. Вот здоровенных отелей, которые вдоль набережной. Вот еще одно здание. Довольно красивое. Вот это, наверное, будет конец прогулки по улице Хаяркон в Тель-Авиве, которая находится параллельно морю и параллельно набережной Тель-Авива. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.